Всем привет! Предлагаю приготовить потрясающе вкусный и нежный творожный торт с вишней. Он сочетает в себе яркость вкусов и слоев. Основа из шоколадного бисквитного коржа, середина из творожно-сметанного слоя и верх из кисловатой вишни и желе. Продукты в торте простые и бюджетные. Для начала подготовим вишню. К кипятку добавляем сахар. Размешиваем до полного растворения сахара. Заливаем горячим сиропом замороженную вишню и оставляем так полностью разморозиться. Можно это сделать накануне. Готовим корж. Муку смешиваем с какао. Добавляем разрыхлитель. В отдельную емкость взбиваем яйца. Добавляем соль и взбиваем миксером около 5 минут до светлой пышной массы, подсыпая сахар и ванильный сахар. Просеивая, подсыпаем сухую смесь к яичной, аккуратно вымешивая. Тесто получается жидковатым, легко стекает с лопатки. Выливаем тесто в разъемную форму. Выпекаем 20-30 минут до сухой спички. Пока выпекается корж, приготовим творожную начинку. Желатин замочим в воде и оставим набухать на 10 минут. В емкость добавляем творог. У меня кремообразный. Вливаем сметану, всыпаем сахар и ванильный сахар. Взбиваем миксером или погружным блендером в зависимости от вида творога до однородности и гладкости. За это время желатин набух. Подогреваем до растворения, но не кипятим. Вливаем остывший желатин и хорошенько перемешиваем. Бисквитный корж переворачиваем порами вверх. Опять одеваем разъемное кольцо. Пропитываем бисквит вишневым сиропом из емкости с вишней. Выливаем всю творожную массу. Разравниваем и даем застыть в холодильнике около 1-2 часов. Желе для торта разводим по инструкции на упаковке. Разводим вишневым сиропом, который получился при разморозке вишни, пополам с водой. На застывший торт выкладываем равномерно вишню и заливаем подготовленным желе. Ставим в холодильник до полного застывания желе. Творожный торт с вишней порадует вас и ваших близких своей нежностью и яркостью вкусов. Приятного чаепития!